Здравствуйте, мои хорошие! Обожаю яблоки и всегда люблю насладиться этими свежими, сладкими, сочными плодами. Но недавно я узнала, что яблоки не только оздоравливают наше тело изнутри, а и успешно борются с целлюлитом. Яблочный массаж – процедура не новая, но по непонятным причинам забытая. Желая избавиться от ненавистного целлюлита, мы мажемся кремами и втираем сыворотки, недешевые, кстати, не догадываясь, что действительно эффективное средство лежит под ногами. Мы знаем, что в яблочном соке содержится много витамина С, который стимулирует выработку коллагена и действует как антиоксидант, и витаминов группы В, оздоравливающих кожу. Пептиды из яблочной мякоти выводят из кожи шлаки и токсины. Домашний антицеллюлитный массаж. Некоторые салоны уже внесли массаж яблоками в список своих услуг. Но зачем переплачивать, если эту процедуру можно делать, не напрягаясь, в домашних условиях? Для одной процедуры массажа в области бедер и ягодиц, наиболее проблемных зон, понадобится 2 спелых яблока среднего размера. Обдай яблоки кипятком, чтобы они прогрелись, и разрежь пополам. Растирай выбранный участок кожи половинкой яблока, пока не прекратится выделение яблочного сока. Затем срежь верхний слой и продолжай массаж, пока половинка не станет совсем непригодной. Те же манипуляции повтори и с другой половинкой яблока. Ополосни кожу водой и нанеси увлажняющий крем. Частота и продолжительность яблочного массажа зависят от степени выраженности апельсиновой корки и твоего желания с ней расстаться. Ведь известно, что результат напрямую зависит от приложенных усилий. Уже после первого сеанса яблочного массажа кожа приобретает свежесть, упругость, начинает буквально светиться здоровьем. Через 5-7 процедур от целлюлита не останется и следа, а объемы заметно уменьшатся. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!